Филиппова Вера Михайловна, продюсер фильма, исполнитель главной роли Тиндаркана Нюргун Бечиген, художник по костюмам Дмитриева Дарья Петровна, сценарист художественного фильма Кузьмин Владимир Юрьевич, Шерик Константин Константинович и Березкин Джур Иванович. Слово предоставляется Никите Иннокентьевичу Аржакову. Добрый вечер. Это наша премьера проходит по поручению главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева, за что мы очень благодарны за эту предоставленную возможность. Наша картина рассказывает о нашем легендарном прославленном предке Тыгындархане. Его историю для нас оставил народный писатель нашей республики Василий Дала. А экранизировать этот роман помогли ученики Василия Далана. Это они взяли ответственность и поддержали эту идею. Это 18-й выпуск Чурапчинской средней школы во главе с Егором Афанасьевичем Борисовым. Также продюсер этого фильма Вера Михайловна Филиппова. В зале сидит Светлана Иннокентьевна Максимова. Да, и я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня пришли. Мы очень взволнованы, мы очень рады. Хочу пожелать вам всего наилучшего. И хочу сказать, что память – это достоинство человека. И я хочу, чтобы в нашей России память была всегда жива, и создавались такие картины, писались книги, потому что в России достойная история. Спасибо, приятного просмотра.